Простите, мама сейчас занята. Я с официальным визитом по делу Софии Кэпвелл. Передайте, что пришел помощник прокурора. У нее как раз встреча по этому делу. Она просила не беспокоить. С адвокатом? Я не знаю. Нет, не с адвокатом, а со мной. Какое совпадение? Читаешь мои мысли. О чем ты? Я хотел просить тебя убедить миссис Локридж выступить на нашей стороне. Нашей? На стороне обвинения. Но ты меня опередил. Да. Лейки, ну мама к тебе какое-то поручение. Поговори с ней, пока я отвлекусь. Ладно. Хорошо, что до разговора с Локриджами я могу все обсудить с тобой. Ты вывел Софию на чистую воду. Она угодила в твою ловушку. Это была не ловушка, я просто... Называй как хочешь. Здесь мы с тобой союзники. Скорее всего, София откажется от нашего предложения. Надеюсь. Ты должен знать, я буду оспаривать обвинения в умышленном убийстве. Что? Я намерен выступить свидетелем защиты. А какого черта ты пришел к Августе? Разъяснил свою позицию. Твоя позиция сломает тебе карьеру. Это командная игра. Я в играх не силен, знаешь ли. Одинокий мексиканец против высшего света. Если придется. Августа Локридж была на твоем спектакле. Это есть в рапорте. Если она изменит показания или забудет о деталях, ты сядешь за помехи правосудию. Какая ирония. Мне так казалось, что я служу правосудию. После поданного рапорта ты лишился богатой невесты и сильной руки Кэпвеллов. Тебе пришлось несладко, но предупреждаю, я не дам тебе завалить мне все дело. Понял? Боже, что со мной? Жуткая боль. Не могу. Нельзя, чтобы меня таким видели. Доктора Моррисона, срочно, это Сиси Кэпвелл. Сиси? Доктор, что-то не так. Ужасная боль в затылке и шее. Я едва не потерял сознание. А сейчас пришли скорую? Нет, я сейчас сам приеду. Ни в коем случае. Тебе нельзя за руль. Не хочешь скорую, попроси, чтобы кто-то привез. Или я сам смогу приехать. Не нужно. Никто не должен знать. Я сейчас приеду. Жди. Брэндон 4 раза просил одну и ту же сказку. Я ее выучила. Наизусть. Представляю. Помочь? Нет, спасибо. Хочу перевести вещи в квартиру. Фотоальбом – крайне важная вещь. И теннисный кубок. Похоже, квартира станет мне настоящим домом, а не временным убежищем. Отец тебя выгнал? А ты сама посуди. Он лишил меня средств. Не пустил на открытие колледжа, названного в честь моего брата. И не хочет меня видеть. Совсем. Да, он меня выгнал. Так резко? Да. Может, передумает, когда остынет? Нет, лишь одна вещь может все изменить. Какая? Гарвард. Будешь поступать? Нет. Не хочу. И правильно. А Лейкин тебя поддерживает? Не знаю. Боишься? Да. Немного. Переживу. Не волнуйся за меня. Ну? Ты хотя бы уходишь через дверь? Мне пришлось в окно вылезать. Никто не остановил? Долгая история. И запутанная. Может, однажды расскажу.
Есть кто дома? Кристи? Зачем закрылась? Мы здесь одни. Стив, я спала. Мне нехорошо. Открой, и станет лучше. Да, секундочку. Что ты там делаешь? Открывай. Ничего, дай мне минуту. У тебя там парень? Нет. Надеюсь, иначе я его отметелю. Все, открывай. Не то я высажу к черту дверь. Кристи! Все хорошо? У тебя было такое выражение лица, будто ты унеслась за миллион световых лет отсюда. За 2 миллиона. Я поражена тем, что ты пошел против воли отца. Смелый поступок. Не уверен. Он у тебя суровый. Но ты не испугался. Ты никого не боишься. Слишком глуп, чтобы бояться. Неправда. Таких умных и храбрых парней я не встречала. Твоим друзьям очень повезло. Очень. Кристи, ты... Да не пугайся. Это дружеский поцелуй. Я хотела сказать, ты классный. Ты тоже ни на кого не похожа, Кристи. Спасибо. Ладно, пойду. Заберу вещи из комнаты. Ты обо мне позаботишься. И защитишь, я знаю. И полюбишь меня. Я добьюсь этого. Сегодня я буду для тебя самой красивой. Знаешь, что ты со мной делаешь? Что? Я становлюсь ненасытным, могу любить тебя без устали. И хорошо. Значит, не бросишь. Не представляешь, как я далек от этого. А к чему близок? К тебе. Хочу быть рядом, обнимать. Ощущать вкус и аромат. Я твоя. Пока. Что значит пока? Это может длиться вечно, сколько мы захотим. Келли, это... Что? Почему ты грустишь, когда мы об этом говорим? Я не грущу. Я в жизни не был так счастлив. Тогда почему ты так хмуришь брови? В один прекрасный день, рано или поздно, нам придется отсюда уехать. Почему? Есть тысячи причин. Но разве, уехав, мы не сможем там быть такими же счастливыми, как здесь? Я бы хотел. Ник, нам ведь так хорошо вместе. Это совсем не зависит от места, правда? Боюсь об этом думать. Ты должен верить в нас. Я верю. Я тоже. Но есть еще мир вокруг. Мы его изменим. Мы создадим его заново. Он будет светлым и чистым. Ты что, не чувствуешь? Чувствую. Ощущаю всей душой. Не знал, что можно быть таким счастливым. Что меня могут так любить. И что я способен на это.
Мейсон, незачем давать мне время подумать. Мое решение не изменится. София, прокурор не стал бы предлагать сделку, если бы не сомневался в справедливости обвинения. Мейсон, я не хочу. Подожди. Да, войдите. Я искала папу. Прости, дорогая, я не знаю, где он. Ничего страшного, найду. Мейсон, я не могу рисковать. Я все решила. Я сознаюсь в непредумышленном убийстве. Как ты можешь? Что ты делаешь? Ты все поймешь, когда я объясню. И так все ясно. Ты понимаешь, что тебя посадят? Мейсон, я перезвоню. Что? Мама, послушай меня. Не надо винить Мейсона. Это целиком мое решение. Как можно признавать вину, если ты невиновна? Ты понимаешь, на какой ад я обреку семью, если соглашусь на процесс? На кону твоя жизнь, не думай о нас. А о ком мне еще думать? Вы и так настрадались по моей вине. Пострадала больше всех ты. Нельзя идти в тюрьму ради того, чтобы избежать огласки. Дело не только в этом. Я не так уж невиновна. Я несу ответственность. У меня был роман с Лайнелом. И именно я спустила курок и убила сына. Господи, мама, ты решила себя наказать? Роман был 100 лет назад. А с Ченнингом это несчастный случай, а не убийство. Знаю. Знаю. Но что, если на суде меня признают виновной? Не признают. Это невозможно. Но я боюсь этого. Мы будем бороться. Ты нам нужна. Ты должна быть с нами. Ты так долго мечтала любить нас, вернуться к нам, чтобы мы стали снова семьей. Мама, я умоляю, не признавай свою вину. Здесь идеально слушать музыку. Забываешь обо всех проблемах. Наслаждайся. Ты еще дома? Я ухожу. Я тоже собираюсь. Папа, ты знаешь, что решила мама? Пойти на сделку со следствием, чтобы защитить семью. Я объясню. Переубеди ее. Мы же все обсудили. Мама, не надо. Так лучше для всех. Ты уезжаешь? Мне здесь больше не рады. Сиси, я просила тебя поговорить с сыном. Ты обещал. Ты никуда не уедешь. Не знаю, что у вас случилось, но ты должен остаться с семьей. Сейчас мы должны быть вместе, помогать друг другу. Скажи это отцу. Это он меня выгнал. Да, у нас разногласия, но это твой дом. Я не могу оставаться здесь после того, что ты сказал. Тед, мы же семья. Твое место здесь. Я уже жил в этой квартире с Мейсоном. Ничего страшного, я всегда рядом, если что. За меня не волнуйтесь. Сосредоточьтесь на реальных проблемах. Мы должны помочь маме и Келли. Надо найти Келли. Я открою. Папа, объясни маме, что не нужно приносить тебя в жертву. Привет, Кристи. Все заняты. Ни с кем поговорить не удастся. Я пришел к тебе. Что ты хочешь? Для начала улыбнись. Я работаю. Мне пора. Говори, что хотел. Я нашел тебе жилье. Что? Квартира рядом с моей. С оплатой помогу. Я живу здесь, и тебе это известно. Ты не можешь жить в этой семье. Я обвинитель Софии. Они не против. Что такого? Странно, что не выгнали. Я им не враг. Спасибо, Кристи. Я сам... Извините. Мистер Бассетт, мама еще не приняла решение. С вами свяжутся. А пока не надо ее тревожить. Надеюсь, ты понимаешь, насколько это выгодная сделка. Сейчас не время. Послушай, Тед. Мама, мама, ни слова. Мистер Бассетт, вам лучше уйти. Ладно, вы знаете, где меня найти. Я же сказал, хватит. Идите. Хорошо. До скорого, Кристи. Мы еще не закончили разговор.
Дэд, прости, что не поддержала тебя, когда вы поссорились с отцом. Я не права. И я тобой горжусь. Лейкин. Не хочу, чтобы из-за меня ты отказывался от того, что тебе важно. Для меня важно, чтобы мы не отдалялись друг от друга. Можно хоть в юг, а не поступить в колледж. Главное, вместе. Кстати, Юкон, почему бы нет? Будем добираться до колледжа на собачьих упряжках. Мы все время ругались. Я боялась, что будет больно. Теперь не боишься? Нет, больно было и тебе. Мы оба хороши. Теперь наши обиды лопнут, как мыльный пузырь, и мы все начнем заново. Как я рада, что ты не уедешь на 4 года. Лейкин, клянусь, пока мы вместе, мы сила. Поужинаем завтра вдвоем? В твоей квартире? Согласен. Уверен? Точно? Да, а ты? Тоже. Что приготовим? Что-нибудь погорячее. Возможно, стоит сплавить Мейсона. Никаких возможно. Понял. Понял? Есть. Слушаюсь. До завтра. Да, до завтра. Все, позвони мне. Хорошо. По рукам. Пока. Свете всех милее, всех румянее и дурнее. Ты словно дешевая копия Лейкина. Зачем ему имитация, когда есть оригинал? Ты его не покоришь. Выдавая себя за другую, будь собой, Кристи. Будь собой. И все выгорит. Вы что, следите за мной, инспектор? Нужен твой совет, Мейсон. Тогда добро пожаловать. Не каждый день ум, честь и совесть нации обращаются ко мне за советом. Вопрос деловой, личный. Чем я могу помочь Софии? Дай подумать. Аннулирую брачный союз Джины и Сиси. Я серьезно. У прокурора будто бы к ней личная неприязнь. Да, своего рода. Но не к ней, а к ее заступнику и бывшему мужу, к моему прославленному отцу. Не хочу, чтобы мои показания использовались против нее. Что мне делать? Ну, например, можешь сослаться на слабую память, распространенная болезнь среди свидетелей. Мы оба знаем, что она невиновна. Осталось только ее саму убедить. Может, тебе стоит переписать свой рапорт? Перетасуй факты, дай им новую интерпретацию. Мол, осенило задним числом. Тебе поверят. Ты же у нас правдоруб с безупречной репутацией. Мы можем говорить серьезно? Тебя волнует судьба Софии или только самореклама? А какого совета ты ждал? София под следствием. Я понимаю, ты исполнял свой долг, а теперь решил заглушить свою совесть? Извини, ты ошибся адресом. Твой вопрос больше теоретический. Если она примет предложение окружного прокурора, никакого суда не будет. Сегодня аншлаг. Извини. О, Иден, какой приятный сюрприз. Мейсон, убеди маму не признавать вину. Бог мой, никогда не пользовался таким спросом. Зачем ты пришел? Ваши цели совпадают. Тебя прислали твои дружки из прокуратуры?
Я знаю о сделке, если ты об этом. Но я в этом не участвую, и они мне не дружки. Ты не можешь говорить с маминым адвокатом, это конфликт интересов. Иден, у нас с вами один интерес. Да хватит. Маму выставляют хладнокровной убийцей. Справедливости ради отмечу, что Круз не подозревал, сколь безжалостным окажется наш новый прокурор. А должен был. Прокурор мстит за то, что отец много лет заставлял его плясать под свою дудку. Деспотизм отца сыграл злую шутку с Софией. Во всем папа виновен? Нет, милый Брут, мы ни при чем, во всем лишь звезды виноваты. По причине нашей импровизированной конференции я опоздал на встречу. Извините, мне срочно нужно позвонить. Ну что ж, друзья мои, чувствуйте себя как дома. Договорились? Твои обещания ничего не стоят. О чем ты? О Келли. Делаю, что могу. Ты обещал ее найти. Я делаю все, что в моих силах. Все, что в моих силах. Интересно, что вообще в твоих силах? Ни матери, ни сестре ты не помог. Наоборот, нашей семье от тебя только один вред. Извини. А кому помогаешь ты? Матери, сестре? Или, может быть, нам? Нас больше нет. Ты не понимаешь, почему я так поступил? Нет. И никогда не пойму. И чего я так переживаю? Не переживай. А, впрочем, тебе и раньше нравилось ставить меня на колени. Не подходи ко мне. Трудно удержаться. София, я ненадолго уеду. Хочу, чтобы... Что такое? Все хорошо? Да, да, все хорошо. Куда ты собрался? Ты обещал, что будешь отдыхать. Я отдохну, но сперва улажу одно важное дело. Не вздумай принимать никаких решений по своему делу, пока я не вернусь. Обещаешь? Обещаю. Скоро буду. Ну хорошо, а что насчет аффекта? Я консультировался. Не наш случай. В состоянии аффекта человек не понимает, что делает. А у Софии был мотив для убийства и был план, как жертву запугать. Да не хотела она его убивать. Она разрядила пистолет. А ты убеди в этом судью и присяжных. Свидетелем может быть отец, но он тоже желал Лайонелу смерти. Если ты уже вынес ей приговор, то зачем взялся защищать? Откажись от дела. Если мои слова тебя так расстраивают, то что же будет с тобой, когда прокуроры присяжные начнут рвать Софию на куски? Я должен подходить к делу прагматично. Нельзя поддаваться эмоциям. Ладно. Но она должна исходить из того, что лучше для нее, а не для кого-то другого. Я постараюсь ее убедить. Но где гарантия, что она меня послушает? Если она невиновна, нельзя признавать вину. Может и так. Но, к сожалению, правосудие не всегда следует законам логики. Ты тоже. Я в душ. Присоединиться не могу. Здравствуйте, Тед дома? Да, но не думаю, что он захочет с тобой говорить. Почему? Все Кэпвеллы точат зуб на твоего брата. Я не мой брат. Это факт. Но ты знаешь его лучше, чем я. Может, поможешь пролить свет на его личность? Не так уж много я и знаю. Мы больше не живем в одном доме и даже в одном городе. У него репутация человека, которого бросает в крайности. Я ничего не знаю. Ходят слухи, он выкручивает руки, чтобы получить желаемое, а то и ломает. Вы можете позвать Теда? Могу, но он сейчас в душе. Можешь его подождать. Спасибо. Сейчас я спешу, но если ты не против, к разговору о твоем брате мы еще вернемся. Вряд ли. К тому же он мой сводный брат. Какая разница? Долго ждать не придется. Тед моется быстро и под холодной водой. Ему помогает. Чао. Зачем вообще ждать?
Это прекрасно. У меня есть подарок. Какой? Красота! Не говори, что сделал сам. Не поверю. Сам, клянусь. Нашел в шкатулке с бижутерией. Поджал, подтянул и вуаля. Мне нравится. Мечта. Надень, сыграем свадьбу. Оно идеально. Да. Как и ты. Есть! Диво лица. Я серьезно. Женаты меньше минуты, а ты уже вошла в роль жены. А как это? Не знаю. Я не был женат. Я хочу быть твоей женой. А ты будь моим мужем. Я согласен. С радостью. Келли? Что? Ты согласна стать моей женой? Да, конечно. Мне очень жаль. Новостей Келли пока нет. Мы делаем все возможное. Спасибо, что пошла на разговор. Это тебе спасибо. Повторюсь, я ни в чем тебя не виню. Слава Богу. Что ты хотел сказать? Хочу, чтобы ты знала, до того, как примешь какое-либо решение, я на твоей стороне. Я буду выступать на стороне защиты. Если будет суд, тебя заставит свидетельствовать против. Меня вызовут со стороны обвинения. Здесь ничего не поделать. Но мои показания будут исключительно в твою пользу. Спасибо, но я, скорее всего, приму предложение прокурора. Это можно понять. Но, тем не менее, мои слова, как следователя, будут иметь определенный вес. О, похоже, я вовремя. Надеюсь, я вам не помешал? Круз пришел сообщить, что если дойдет до суда, он выступит на моей стороне. Прокурор жаждет крови, а главный свидетель перешел к врагу. После такого на карьере ставят крест. В данном случае моя карьера — это вообще вопрос десятый. Тем более, что правда на стороне Софии. Не надо, Круз. Ты во всем винишь себя. Но ты и сам пострадал. Я не хочу тебе проблем. Все это очень трогательно, но позвольте напомнить, то, что предлагает Круз, не пойдет защите на пользу. Его мнение и чувства ничего не доказывают. Я подробно опишу ее душевное состояние. Я не психиатр. Это не мнение специалиста. Но я все видел. Это что-то да значит. Круз, неизвестно, как все обернется. Здесь Мейсон прав. Меня могут обвинить в убийстве. Не верю. Это еще что? София, ты забыла, что мне обещала? Нет, конечно. Круз сказал, что даст показания в мою защиту. Правда? Давай обсудим, но сперва мне надо поговорить с Софией. Подождешь? Без проблем. Мейсон, а ты можешь идти. Я останусь, если ты не против. Против. Мейсон, я позвоню, как только мы закончим. Ясно. Доброй ночи, папа. Извини нас. Конечно. Спасибо, Круз. Не за что. И долго ты собираешься подпирать колонну? Ты сказал маме правду? А разве могло быть иначе? Звучало убедительно. По-твоему, я хитрю? Она признает вину, а мои дружки из прокуратуры упрячут ее за убийство. Все возможно. Нет. Ты невозможно. Ты просто знал, что я слушаю, хотел впечатлить. Еще недавно я и правда из кожи вон лез, чтобы тебя впечатлить. Но это осталось в прошлом.
Привет. Что ты делаешь? Сюрприз. На кровать. Вот они. Наши свадебные наряды. Как только мы их нашли, я сразу поняла, что они нам пригодятся. Здесь для меня все особенное. Ведь ты прикасалась ко всему руками, взглядом. Нет. Да. Ник. Что? Это церемония. Да. Для меня она не менее священна, чем та настоящая, что у нас впереди. Для меня тоже. Мы будем произносить клятвы перед лицом Бога. Что случилось? Теперь нас ничто не сможет разлучить. Да? Ничто. Наряжайся. За дело. Что-то старое, явно взятое взаймы и, конечно, голубое. Да. Надень, пожалуйста. С радостью. Теперь ты прекрасная невеста. А ты красавчик-жених. Точно этого хочешь? Конечно. А ты? Ничего в жизни я не желал сильнее. Представь, каково нам будет, если тебя посадят в тюрьму. София, ты не должна признавать свою вину. Сиси, если начнется процесс, на свет Божий вытащит все. Мой роман с Лайнелом, каждую деталь. Не пощадят ни наших детей, ни Брэндона с Джиной. Мы это переживем. Зато ты будешь свободной. Сиси Кэпвелл. Почему ты уехал, не получив результат? Это опасно. Я не мог ждать. Извини, у меня важный разговор. Важнее твоей жизни? Приезжай немедленно. Я никуда не поеду. Скажи все по телефону. Думаешь, ты неуязвим? Ладно, будь по-твоему. У тебя аневризма головного мозга. Что? Не может быть. Не кипятись. У тебя врожденная патология сосудов головного мозга. Риск разрыва... Это смешно. Ты ошибся. Я обращусь к квалифицированному специалисту. Сиси, что случилось? Пустяки. Один из моих сотрудников допустил глупейшую ошибку. Может, мне уйти? Нет. Мы должны поговорить. Это не может ждать. София, знай, мои чувства к тебе не изменились. Я думал, они умерли, а они даже сильнее. Ни одна женщина не смогла занять твое место. Ни Джина, ни кто-то еще. Я так рада, что ты наконец поверил мне и за все простил. Я сейчас не о прощении. Я о том, что люблю тебя. Я хочу знать о твоих чувствах. Я любила только тебя. Сиси, я всегда любила только тебя. Но боюсь, нам не быть вместе. И слышать не хочу. Нельзя признавать вину. Клянусь, мы будем за тебя бороться. Верь мне. Я верю.
И никаких сомнений. Никаких. Нам есть ради чего жить. Счастье так близко. У нас есть второй шанс. Я буду бороться. Ты позволишь? Как ты захочешь. Наконец-то я тебя раскусила. Здорово. Одевайся и просвети меня. Зачем тратить время? Ты очень добрый человек, Тед. Ты хранишь верность Лейкин. Ты так воспитан. Нет, я люблю Лейкин уже давно. Это не любовь. Ты что, сам не видишь? Она тебя не поддерживает. Вы даже любовью не занимаетесь. Ты признался ей в любви и теперь будто обязан быть с ней. Но это не так. Ты заслуживаешь счастья. Я могу сделать тебя счастливым. Нет, Кристи, счастливым меня может сделать только Лейкин. Впрочем, и несчастным иногда тоже. Иногда мне хочется о ней забыть, но я никак не могу. Она моя любимая девушка. Ты понимаешь? Понимаю. Ты меня отшил. Кристи, ты чудесная девушка, но просто не для меня. Прости, я не хотел задевать твои чувства. Может быть, нам лучше не видеться? Мы и так почти не видимся. Тед, я пришла к тебе как к лучшему другу. Единственному в целом мире, на кого я могу положиться. Ты говорил, я много для тебя значу. Но я не говорил... Ты мне врал, да? Пользовался мной. Я была временной заменой Лейкин, так? Тебе на меня плевать. Нет, это неправда. Ты лжец. Говоришь, я что-то для тебя значу? Обманщик. Обещаю любить тебя вечно, отрекшись от других, утешать и почитать тебя в болезни и здравии до конца наших дней. И я обещаю тебя любить вечно, утешать и почитать в болезни и здравии и отречься от других до конца наших дней. Келли Кэпвелл, беру тебя в законные жены, чтобы любить, оберегать и заботиться отныне и во веки веков. А я беру тебя, Ник Хартли, в законные мужья, чтобы любить, оберегать и заботиться отныне и во веки веков. С этим кольцом я клянусь в своей любви, верности и уважении. С этим кольцом я клянусь в своей любви, верности и уважении. Теперь мы муж и жена. Что Бог сочетал, того человек да не разлучает. А значит, ты увязла по уши, крошка. Можете поцеловать невесту. Русская версия телесериала «Санта-Барбара» подготовлена специально для интернет-портала телесериал.ком в 2017 году.